приехал я, значит, райончик называется Куинсборо Плаза. В Америке очень сильно вообще деление по районам, и от района очень сильно зависит цена. Сегодня мы начинаем наш день с того, что Майкл готовит американский завтрак. Майкл, what's the name of this American breakfast? I mean, it's like a continental or... Scrambled eggs. Просто яйца, которые такие... Scrambled, не знаю, как переводится. We haven't yet been to all of them. You don't like it? Начинаем экскурсию по нашей квартире. Ну, не по нашей, но квартире моих знакомых, в которых я живу. Вот так вот заходишь. Сразу же тут кухня. Такая очень американская кухня. Столешница, плита, микроволновка, здоровый холодильник. Все как полагается. Все как бы круто. Там заходишь сразу вперед. Здесь небольшая обеденная зона. Здесь все кушают, столик, здесь развлекательная зона, телек, столик маленький, вот здесь вот такое окно и такой потрясающий вид на Манхэттен. Вот здесь вот внизу, вот оттуда с белой крышей порт, оттуда ходят паромчики прямо на Манхэттен, вон туда вот. Вот, то есть в принципе очень удобно. Но тут метро тоже недалеко. Здание, это будет библиотека, вот. Такая трехэтажная библиотека устроит. Крутой дизайн. Идем дальше. Дальше вот это выглядит так все со стороны окна. Поворачиваешь налево. Здесь у нас ванна-туалет. Здесь у нас спальня. Спальню сильно не будем заглядывать, просто покажу вам. Вот так вот окошко, кровать, шкафчик. Всякие штуки. Вот здесь у нас ванная комната. Ванная комната, душ, ванна, полотенце, парам-барам, унитаз, все как полагается. Вот такая квартира с видом на Манхэттен. Стоит около 1,5 миллиона долларов. Это не сказать, что очень высокая цена, не сказать, что низкая цена. Это обычная цена. Они эту квартиру арендуют. Арендуют, по-моему, 3300 стоит в месяц. 3300 долларов в месяц. Вот за такую квартирку. Сегодня я еще пойду смотреть квартиру, которую я хотел купить. В этом же районе, недалеко, вот, но немножко другого плана. В общем, сейчас покажу. Вот внутри этого дома такой дворик замечательный. Прямо на реке стоит. Вот это вид на Манхэттен. Здесь на первом этаже есть кафешка, есть винный магазин, есть ресторанчик вот здесь вот. Здесь можно гулять, вся территория огорожена, только жильцы могут сюда попасть. Очень все круто, продумано. Вообще классно. У них в доме также есть прачечная, есть фитнес-центр, есть выход на крышу. На крыше сделана такая зона для барбекю. Ты можешь там сидеть, жарить барбекю, смотреть на Манхэттен, на реку. Очень красиво. Вот здесь видно холл. Вот. Ну, вообще, очень крутой домик у них. Мне очень нравится у них. С Холли и Майклом идем смотреть их новую квартиру, которую они хотят купить. Ту они снимают, а сейчас они хотят купить квартиру. Вот такой вот домик в этом же районе, буквально 5 минут пешком от их квартиры. Вот этот домик новенький совсем. Вот на первом этаже кофейня, какие-то кондитерские. Ребята уже зашли, сейчас я туда иду, внутрь. Oh, thank you. Is it open for anybody? I mean, you can just go and see. Open house, yeah. Yeah. Технология такая, что вот квартира 2C, она всегда открыта. Есть дни, когда ты можешь просто прийти, там внутри находится риэлтор, и ты смотришь квартиру, ходишь. Вот такая квартира стоит 750 тысяч долларов, она находится не очень далеко от их квартиры, но у нее она чуть поменьше, чуть-чуть, и у нее не такой крутой вид из окна.
Так, от заходиш, є одразу кухня, раковина, холодильник, ну, в принципі, все таке достатньо типічне. Десь кімната. Столик, телевізор з планом кімнати. Ось так от виглядить кімната. Ось такий вид з окна. За вид із окна в Америці платять великі гроші. Это отчасти значит то, почему та квартира стоит 1.5 миллиона, а эта стоит 750 тысяч. Вот здесь отопление происходит, в принципе, чаще всего вот такое. Спальня большая, красивая. Все продается здесь, все вместе со всей мебелью. То есть ничего не надо покупать. Все вместе. Шкаф. Туалет, очень мило. Вот здесь такой туалет, очень милый. Также в этом доме есть фитнес-центр свой небольшой. Здесь есть своя прачечная и парковка для жильцов. I like it. He doesn't like it. Вот в Америке устроено метро, на самом деле, немножко по-кривому. Видите, здесь ездит поезд Е. Вот по этому пути. Ты переходишь, вот сюда вот переход на Б, Д и Е. Здесь выход. Здесь переход на поезда Б и Д. Если ты первый раз в Нью-Йорке, тебе просто дали карту в метро и сказали, куда ехать. Это достаточно сложная задача, потому что оно действительно запутанное. Конечно, ты, может быть, и доберешься с первого раза, но оно не совсем такое логичное, как, например, в Москве, и несколько более хаотичное. Мы находимся на углу 34-й стрит и Бродвея. В самом центре Манхэттена. И сейчас я пойду. Вот он. Это самый большой магазин в мире, как гласит реклама. Сколько вот, 7 или 8 этажей. Это все один бренд. Здесь продается все, что ты хочешь. Мне надо купить некоторые вещи, там мне заказали. Продается вот такая штука. 3D-сканер для айфона, для 6. Стоит 500 баксов. И тут же для него принтер за 1000 баксов. И тут же демонстрация того, что этот принтер может печатать. Вот сейчас он печатает какую-то вазу или что-то подобное. Вот так здесь продают всякие украшения, которые напечатаны на этом принтере. Блин, прикольная тема. 1500 баксов, и у тебя дома мастерская, в которой ты можешь делать все, что угодно. Ну, ты можешь напечатать все, что угодно, любую деталь. Все, что ты хочешь, все, что тебе придет в голову. Ресторан корейской кухни. Думаю, вам понравится, как корейская кухня сделана, если это, в принципе, необычно делается. В общем, сейчас мы пришли в, типа, Корея Таун. Но это никак не таун, это скорее просто пара улиц, где располагается много разных корейских ресторанов. И если ты хочешь корейскую кухню, ты приходишь в этот район. Это 33-я, с 32-й по 34-ю улицы. Примерно где-то на Бродвее. Смысл корейского ресторана в том, что тебе приносят кучу всего. Сейчас нам принесли закуски разные, всякие водоросли, капуста, всякая штука. Принесли, поставили газовую горелку. Сейчас нам принесут мясо, мы будем все это сами жарить. Так, значит, мы берем
кусок, макаем его во все соусы и пробуем. Утку приготовили, горелку унесли. Суп из морепродуктов. Видите, там воды почти нет, одни морепродукты. Thank you. Так, овощи пошли. Лучок, кукурузка, яблочки, огурчик. Сейчас пойдут ребрышки. Thank you. Go,